В рамках года солидарности за зеленый мир Бакинский судостроительный завод провел акцию по посадке деревьев под лозунгом «Посадить дерево, добьемся большой цели маленькими шагами». В мероприятии приняли участие глава исполнительной власти Городакского района Сулейман Микаилов, представитель Минэкологии и природных ресурсов депутат Айдын Гусейнов, председатель правления Бакинского судостроительного завода Ильшат Нуриев и коллектив завода. Отметим, в 2024 году в рамках года солидарности во имя зеленого мира во всех регионах Азербайджана регулярно проходят акции по посадке деревьев, цель которых – забота о природе, восстановление экологического баланса и защита окружающей среды.